Иду по родному селу, окутанному красавицей весной. Апрель, тает снег, звенит капель. На деревьях появляются молодые листочки. Природа начинает пробуждаться от зимней спячки. Наше красивое цветущее село имеет удивительное название – Сладковское. Самым главным и настоящим его украшением являются люди. Именно здесь начинается история становления и развития вокальной группы «Надежда». Сегодня они отмечают свой юбилей – 15 лет. Мы видим участников группы каждый день. Они живут рядом. Они трудолюбивые и скромные. Они не привыкли к славе. Но их жизнь и ежедневный труд – это источник человеческой мудрости и вдохновения. Вошла в избу девица, двери распахнула. Это видно, масленица в гости заглянула. Уши тесто завели, печка жаром дышит. Начинаем печь блины, пальчики оближешь. Наши русские блины просто объедение. Со сметаной и с икрой, с маслом и вареньем. Почитает весь народ масленицу нашу. Веселее не найдешь праздника и краше. Пылу жару посмотри, вкусные блиночки. Все, кто хочет, заходите, кушайте, дружочки. На морозе веселей гармонист играет. Парень девицу свою крепко обнимает. Наши русские блины просто объедение. Со сметаной, с икрой, с маслом и вареньем. Почитает весь народ масленицу нашу. Веселее не найдешь праздника и краше. Молодые на санях с песни разъезжают. Здесь теряться все кругом, гости зазывают. Смех, катание, блины, людям развлечение. Масленица к нам пришла с щедрым угощением. Наши русские блины просто объедение. Со сметаной, с икрой, с маслом и вареньем. Почитает весь народ масленицу нашу. Веселее не найдешь праздника и краше. Веселее не найдешь праздника и краше. Веселее не найдешь праздника и краше. История замечательного коллектива началась с далекого 2004 года. В то время участники группы и не думали, что будут петь. Близился районный конкурс КВН, поэтому было принято решение собрать команду из активных членов Сладковской первичной организации районного общества людей с ограниченными возможностями для участия в конкурсе. Команда КВН называлась «Виктория». Первым руководителем стала директор Сладковского дома культуры Надежда Анатольевна Новикова. В 1990 году 19-летней девушкой после окончания Свердловского культурно-просветительного училища Надежда Анатольевна вернулась в родное село и возглавила Сладковский дом культуры. В 2009 году Надежда Анатольевна окончила Челябинскую государственную академию культуры и искусств. После плодотворных репетиций команда «Виктория» заняла первое место в районном конкурсе КВН и была направлена на областной конкурс в город Первоуральск. Это было очень волнительное выступление. Участницы переживали. Выступление оценивало жюри, в составе которого были представители команды КВН «Уральские пельмени». Несмотря ни на что, Виктория заняла достойное призовое третье место в областном конкурсе. Это была первая серьезная победа под руководством Надежды Анатольевны, которая послужила дальнейшему творческому развитию и созданию театральной студии «Ассорти».
Участники студии и по сей день ежегодно радуют детей своими новогодними спектаклями, а жителей – интересными миниатюрами и сценками. Театральная студия «Ассорти» продолжает принимать активное участие в конкурсах КВН и на протяжении долгих лет занимать не только призовые места, но и оставлять за собой первенство в районе. Надежда Анатольевна и по сей день оказывает неотъемлемую помощь и поддержку для группы, вдохновляет их на новые победы, воодушевляет своим оптимизмом и целеустремленностью. Поздравляю с 15-летием наш дорогой коллектив, вокальную группу «Надежда». Спасибо вам за пропаганду русской народной песни, сохранение и популяризацию вокальных традиций. От всей души желаю вам творческого долголетия, интересного репертуара, неиссякаемой энергии. Дарите людям радость, согревайте их сердца хорошей песней. Будьте всегда в строю и легко идите с песней по жизни. Здоровья и удачи всем вам! С юбилеем! С 2002 года в Сладковском доме культуры набирал свои обороты фестиваль военно-патриотической песни, где пели не только творческие коллективы домов культуры администрации Сладковского сельсовета, но и трудовые коллективы активно участвовали в этом фестивале. Пели все. И участницы театральной студии решили попробовать себя в направлении вокал. Таким образом, в 2006 году на базе Сладковского дома культуры образовалась вокальная группа «Надежда». Вокальная группа образована из людей с ограниченными возможностями, поэтому у всех участников теплилась надежда на светлое и радостное будущее. Так появилось название группы «Надежда». Как говорят сами участницы, люди с непростой судьбой. Каждую когда-то коснулась болезнь, которая преследует всю жизнь. Но оптимизм и любовь к творчеству помогают на время забыть о своих недугах. Первый состав вокальной группы насчитывал 10 участниц. Галина Павловна Фуфорова. Более 25 лет была бессменным руководителем Сладковской первичной организации инвалидов Слободотуринского районного общества Всероссийского общества инвалидов. Занимается разведением цветов. Нежная, добрая и талантливая женщина. Ирина Леонидовна Чеснокова. Увлекается пением с детства и является первым голосом в группе. По образованию библиотекарь. Почти 38 лет работает в Сладковской сельской общедоступной библиотеке.
Катия Телюковна Фуфарова. Любит путешествовать. Побывала в Болгарии, Румынии, Турции, на Кипре, в Абхазии. Антонина Алексеевна Хворова. Самый ответственный человек в мире. С огромным удовольствием посещает репетиции, но очень волнуется перед выступлением. Антонина Александровна Колмакова. Талантливая женщина, талантлива во всем. Для нее не было никаких преград в творчестве. В составе группы пела 11 лет. Эдалина Владимировна Кайгородова. С давних времен всегда перед сном любит читать и покупать книги, художественную или медицинскую литературу. Эдалина Владимировна – медицинская сестра с 29-летним стажем. По сей день продолжает трудиться в Сладковском фельдшерско-акушерском пункте. Валентина Александровна Назарова. Пела в составе группы 5 лет. Надежда Борисовна Болотова. Всегда, во все времена занималась и продолжает заниматься рукоделием. Именно Надеждой Борисовной были сшиты первые сценические платья и связаны кружевные воротнички. Но в связи с переездом вынуждена была покинуть группу. Нина Григорьевна Потапова. Все свое свободное время посвящает садовому дизайну. Дружественная и артистичная женщина, прекрасная хозяйка. По веским причинам не смогла продолжить творческий путь в коллективе. Тамара Александровна Кайгородова. Общественник. Много лет является председателем Совета ветеранов войны и труда. Увлекается садоводством, консервацией и делится своими не только вкусными, но и полезными рецептами. Татьяна Андреевна Фуфарова. Человек разносторонний, творчески грамотный, с добрым взглядом. Пришла в группу в 2011 году и привела с собой Елену Викторовну Лаврову. Каждый человек от природы одарен способностями, талантами. Так вот, грани таланта Елены Викторовны раскрываются с каждым годом, а творческий потенциал ее велик. Почему страдают сами, нас жалея не себя? Потому что мамы любят нас такими, как мы есть. Пожалеют, приголубят, могут боль в глазах прочесть. Потому что мамы такими, как мы есть, пожалеют, приголубят, могут боль в глазах прочесть. Мама, мама дорогая, мама, мамочка моя, только ты, моя родная, можешь так любить меня. Радость делишь и невзгоды, ты со мной немало дней. В сердце я твоем все годы и до старости твоей. Знаю, не любить не можешь, Бог тебя такой создал, ты беден.
благословляю. Мама, я люблю тебя. Тебя Бог не дал, я знаю. Мама, мамочка моя, я тебя благословляю. Мама, я люблю тебя. С 2006 по 2015 год руководителем вокальной группы «Надежда» являлась Людмила Анатольевна Хворова. Людмила Анатольевна пришла работать художественным руководителем Сладковского дома культуры в 1988 году после окончания Свердловского культурно-просветительного училища отделения народных инструментов. Именно под руководством Людмилы Анатольевны начинается активная творческая жизнь вокальной группы «Надежда». Ведется плодотворная работа с коллективом. Начинается подбор репертуара, разучивание песен, формируются навыки коллективного пения. Песни успешно исполнялись на всех мероприятиях как в Сладковском доме культуры, так и на сцене Свободотуринского дома культуры. Результатом плодотворных репетиций становятся выступления на районных фестивалях и региональных конкурсах, таких как областной фестиваль творчества инвалидов «Искусство дарует радость», город Екатеринбург, 2008 год. Второе место во всероссийском конкурсе сельских первичек Всероссийского общества инвалидов, город Москва, 2009 год. Областной фестиваль творчества инвалидов «Искусство дарует радость», город Екатеринбург, 2010 год. Фестиваль клубных движений, город Ирбит, 2012 год. Людмила Анатольевна внесла большой вклад в развитие вокальной группы «Надежда». Именно она заложила основы для развития творческого потенциала. Благодаря ей на протяжении многих лет группа «Надежда» вела свою творческую деятельность и принимала активное участие во всех мероприятиях. Здравствуйте! Я Хворова Людмила Анатольевна. И мне посчастливилось быть одной из первых руководителей этой вокальной группы «Надежда». За 10 лет творческого союза чему-то научилась я у них, но чему-то научила я их. В этот праздничный день желаю вам творческих ярких номеров. Конечно же, крепкого здоровья и огромного женского счастья. Вы подошли к серьезной юбилейной дате, и этот путь проделали, конечно же, не зря. Так никогда ж не растеряйте задора, спетости и искры ваших выступлений никогда. С юбилеем вас! На реке лежат туманы, спят прохладной синий лес. От росы ромашки пьяны кладят голову к траве. Эту пьяную ромашку я на поле сорвала. Да дала она промашку, про тебя мне наврала. Бабье лето, снова солнышко в окно. Есть любовь, да счастья нету, загуляла знать оно. Я бы тоже загуляла, мне сегодня все равно. Мои милые подруги, хорошо, что вы пришли. И на сердце тают дымки, словно вновь пришла весна. И соленые слезинки упадут в бокал вина. Бабье лето, снова солнышко в окно. Есть любовь, да счастья нету, загуляла знать оно.
девчата, что-нибудь ходить смелей. От рассвета до заката еще очень много дней. Волосы чуть-чуть седые, так ведь это ерунда. Мы ж такие молодые, мы же бабы хоть куда. Бабе лето, бабе лето, снова солнышко в окно. Есть любовь, да счастья нету, загуляла знать оно. Я бы тоже загуляла, мне сегодня все равно. Я бы тоже загуляла, как тогда давным-давно. С 2016 года руководителем вокальной группы становится Надежда Александровна Ушакова. Надежда Александровна пришла работать в Сладковский дом культуры руководителем кружков в 2013 году. Окончила Свердловский колледж искусств и культуры в 2017 году по специальности «Социально-культурная деятельность». С приходом Надежды Александровны группа «Надежда» продолжила успешную творческую деятельность. Было разучено множество песен, которые исполнялись на мероприятиях Сладковского сельского поселения. Благодаря Надежде Александровне вокальная группа «Надежда» сохранила традиции, веру и любовь к песенному народному творчеству. Поздравляю с юбилеем замечательный творческий коллектив. Желаю всегда смотреть по сторонам с надеждой. И в каждой мелочи, в каждом мгновении находить свое вдохновение. Пусть в коллективе царит дружба и понимание. Пусть ваше творчество всегда будет полно любви, тепла, чудес и совершенства. С юбилеем! Синева у полей, синева у заставы. Мы растим сыновей, мы их на ноги ставим. Синева, синева, глубина небосвода. Сыновья, сыновья, вы надежда народа. Синева, синева, сыновья, сыновья, вы надежда народа. Только день настает, вы бойцы и солдаты. Ваш порыв, ваш полет, ваша молодость святы. Океан вам как брат, он свой родственник века. Он гадает молодым человеком. Океан вам как брат, космос родственник века. Он Гагариным взял молодым человеком. У рулей и печей, у штурвалов и домен, без хвастливых речей тут ваш смелый огромен. Ведь весной соловья гнезда вить по деревьям. Все дадим сыновьям, все с надеждой доверим. Ведь весной соловья гнезда вить по деревьям. Все дадим сыновьям, все с надеждой доверим. Thank you.
Начиная с января 2018 года и по сей день вокальная группа «Надежда» продолжает свой творческий путь с молодыми и перспективными специалистами. Руководителем группы является Елена Евгеньевна Хромцова, аккомпаниатор группы Дмитрий Юрьевич Хромцов. Елена Евгеньевна закончила Уральскую государственную консерваторию имени Мусоргского по классу домры. И в 2017 году судьба занесла ее в уральское село Туринская Слобода, где она начала свою творческую деятельность. Дмитрий Юрьевич закончил Асбестовский колледж искусств по классу баяна, после чего вернулся на свою малую родину, где стал работать на благо родного села. Здесь они и познакомились с вокальной группой «Надежда». Грамотно, требовательно и со знанием своего дела супруги Хромцовы работают с коллективом, разучивают новый репертуар, готовятся к различным мероприятиям и продолжают участвовать в районных, региональных и областных конкурсах и фестивалях. В 2018 году вокальная группа «Надежда» участвовала в областном фестивале-конкурсе «Хоровой ринг» 2018, который проходил в городе Екатеринбурге, где они получили диплом лауреата третьей степени. В 2020 году коллектив заслуженно стал дипломантом первой степени в первом открытом фестивале-конкурсе исполнителей произведений композиторов Урала «Уральская рябинушка» в Туринской Слободе. Также в 2020 году вокальная группа «Надежда» получила звание лауреата в 6-м фестивале православной культуры и традиций малых городов и сел Руси «София-2020». Несомненно, можно сказать, что супруги Хромцовы вдохнули новую жизнь в вокальную группу, зарядили энергией и позитивным настроем. Благодаря Елене Евгеньевне и Дмитрию Юрьевичу коллектив стал петь народные песни на 2 голоса, что также благоприятно сказалось на качестве выступлений. Мы поздравляем вокальную группу «Надежда» с этой замечательной юбилейной датой. 15 лет вы отдали своему любимому делу, и мы благодарим вас за сохранение и развитие самодеятельного народного творчества. Спасибо вам за истинную преданность своему делу, за добросовестный труд. С вами комфортно и легко работать, что очень важно для достижения поставленных задач. Желаем вам дальнейшего развития, вокального и творческого роста, новых побед и отличного настроения. С юбилеем! Пока милый шел ко мне, искусали бедного. Ах, любовь, ты любовь, что за развлечение? Для кого-то любовь, а для нас мучение. Пригласила я его и гуся зажарила, а когда он шел ко мне, то пчела ужалила. Ах, любовь, ты любовь, что за развлечение? Для кого-то любовь, а для нас мучение. Тут сорвался старый пес и напал на милого, еле ноги он унес, видно, Бог помиловал. Ах, любовь, ты любовь, что за развлечение? Для кого-то любовь, а для нас мучение. Сидим
наша любовь самая прекрасная. Прошли годы, наполненные творческим трудом, любовью к вокалу, народным песням. На сегодняшний день вокальная группа «Надежда» — это дружный, творческий коллектив, внутри которого царят доброжелательность и взаимопонимание. Ведь их объединяет одна общая идея — все они увлеченные и талантливые люди. Сегодня им исполнилось 15 лет. Так давайте же от всей души поздравим коллектив с юбилеем и пожелаем всем участникам, руководителям вокальной группы «Надежда» здоровья, творческого вдохновения и огромного счастья. Пусть «Надежда» еще долго радует благодарных зрителей своими выступлениями. Поздравляю с 15-летием вокальную группу «Надежда» Сладковского Дома культуры. Выражаю вам свою искреннюю признательность за то, что вы заботливо сохраняете и развиваете славные традиции художественной самодеятельности. Песенное творчество – это искусство, которое воспитывает в людях лучшие качества человеческой души – красоту, любовь, ответственность, преданность любимому делу. Желаю вам ярких концертных номеров и большой любви зрителей, творческого долголетия, новых достижений и крепкого здоровья всем участникам вокального коллектива. Какие там большие города, там вместо речки теплый океан, и лето не проходит никогда. Там только нам кого-то не спросить, и ближе, и дороже, и родней тот уголок, который на Руси мы называем родиной своей. Ведь только здесь черемуха цветет, только здесь любовь моя живет, ведь только здесь кругом моя родня, и только здесь поет душа моя. Обычное уральское село, в округе и все не сосчитать, но до того здесь дышится легко, что прямо так и хочется сказать. Ведь только здесь черемуха цветет, живет, ведь только здесь кругом моя родня, и только здесь поет душа моя. Люблю село родное, надолго и вселюсь, люблю его ворую, до боли и до слез. Люблю его все сразу, за все его обнял, и я ему ни разу ни с кем не изменял. Поле поклонюсь селу, прощения за обиды попрошу, и пусть я дважды в жизни проживу, но детям, внукам строго накажу. Ведь только здесь черемуха цветет, и только здесь любовь моя живет. Ведь только здесь кругом моя родня, и только здесь поет душа моя. И только здесь черемуха цветет, и только здесь любовь моя живет. Ведь только здесь кругом.